Здорово, с вами Рамзес, это игрушка «Брат, проснись». Новая игра. Детская игрушка. Злой колдун-часовщик усыпил моего младшего брата и сломал часы, чтобы они не могли идти. Теперь сон для вашего братика будет длиться в вечность. Нифига себе, у вас 4 часа за каждый час, должен найти несколько деталей. Избегайте помощников часовщика, они будут охотиться за вами, чтобы помешать. Удачи вам в спасении брата от чар часовщика. Что-то очень детское. От этого детского бы не обосраться бы. Воу, как время-то быстро. Вот эти часы мне надо починить, наверное. Так. В смысле? Вы даже себе не представляете, что это. Воу, я даже выходить не хочу. Я думал, он дверь кто-то открыл. Что-то очень прям, ну, не страшное, я так скажу. Ой. Что, кто-то храпит? Это был помощник часовщика. Наверное, да. Ой, здрасте, приехали. Вы просто посмотрите, как он бегает, обосраться. Ой, здрасте. У вас несколько... Воу-воу-воу! Их несколько, ребят. Это как Гонконг. Так, загрузить сохранение. Как, в смысле, загрузить? А, просто сжать. Ну, там, достать надо. Так, фонарик. Мы выключать, включать свет можем? Нет. Ну-ка, помощь настройки. Фонарик. Ага. Вот, понятно. А может, мы как-то в темноте должны передвигаться? Типа, вот так, такой, выключил такой. Типа такой, вышел на пан. Ой, здрасте, приехали. Да ты отстань! Музыка идиотская, вот эти персонажики прикольные. Нет, я даже фонарик с собой брать не буду. Зачем он мне? Я в ночи, по-моему, неплохо передвигаюсь. Кажется, мы по темноте должны передвигаться. О! Деталь. Собрал. Или не собрал. Ой. Лестница? Куда идти? Ой, обосраться. Фонарик! Игра вообще не страшная. Бояться здесь просто нечего. Хоть что-то есть не страшное. Ой. Отстань. Я перепрыгну сейчас. Не знаю, мне отлично вообще никак не страшно. Название игры переводится как «Брат, вставай». Чё за удар такой? Это мамина-папина комната, по-видимому. Они по комнатам ходят или только по коридорам? Вот это, блин. Кто сказал, что я медленно бегаю? Ой-ой-ой-ой-ой! Ты быстрый ты какой! Я не могу так... Ой, нормально.
Ничего не скажешь. Вот ты, блин. Да, он что, сзади был? А их вообще, как их... Может, как-то игровой процесс есть? Может, их вообще выключить можно? Нет. Нету. Я бы их вообще в идеале выключил. Отойди! Вот, слушай. Вот, закроюсь тут. Ну, или вот так открытый будет держать. Можно, короче, все, что есть, все, что возможно тут взять, перетащить его туда. Это, по-моему, только коробка и стул. Все, фиг вы сюда зайдете. Фиг я отсюда выберусь. Ну-ка, что тут у нас есть? Ну, знаете, что такое? Ну, такое. То есть игрушка может как игрушка, но в то же самое время херня какая-то. Ну, без обид, разрабы, так что просто, ну, блин. Если вы вдруг делаете... Ой, ты, блин. Кто так храпит? Меня даже в игру уже. Оу. Я так могу даже. Оу. Так я могу их все перебрать напрочь. Часы-то. Если так, я в них зайти. А, могу. Я думал, так невозможно в них зайти. Может, я скажу, что кафе как-то умею ходить. Кто их знает. Как кэски, знаете, типа, отпрыгнул, сел. Отпрыгнул, сел, чувак. Свет тут. Не, ну ты дурак. Сейчас пойдет обратно, у меня меня увидит. Я такой. Ой, идет. А, так ты сквозь них вообще на изи, да? Здорово. В панике бежать очень изи. Так, тут ходит. Ну, я ниндзя, конечно. Я, если честно, убежал в самую перу попавшуюся дверь. Ну, тут что-то чистовато. Нифига тут ящик. Стоит. Так. Что-то у нас имеется. Ящичек. 47. А, так они тупые. Ладно, насрать. Ждем, когда он пройдет. Вот ты, блин. Я думал, он пройдет, сейчас он не заметит. Ай, не все так просто. Я не пройду эту игру в этой серии. Да как вы? Я же вообще за него за метр был еще и за шкафом. Неразумно, весело. Ой, ты блин! Я вообще профессионал. Так, он туда бежать не стоит точно. Нифига у нас так-то с братом дом огромный. Вот ты, блин. Пу-п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 у
идет Лиззи. В этот раз я даже обосраться не успел. Я думал, больше будет. Ну от них бегать это вообще. Главное запомнить, как, ну, где как что находится. В смысле, блин? Ты не успеваешь как бы выбежать и обосраться. Ой, он только что вот сюда зашел. Ой, нифига у вас тут! А, они еще не заметили. Первая деталь. Они в рандомном порядке разбросаны. Вот ты. Да как? Я думаю, пробегу. Ой. Давайте на этом ролике наберем 40 просмотров хотя бы. Просмотры упали, я думал, вообще это может связано с этим боем с обеих сторон. Я думал, это связано будет с тем, то, что какие, у кого-то там экзамены, может, у кого какие-то там контрольные работы, типа подготовка, никто на ютубе не сидит. Да твою мать. Вот такое. Если давайте наберем 40 просмотров и выйдет следующий хорорёк. Да вторник такой 40 просмотров сразу найти вообще там набрали. Да блин. И я сразу во вторник уже выложил. Но если хотите, то есть такая игрушка, как бы называется, Krampus Inn is Home. Ее мы можем поиграть во вторник, но если только вы... Если только вы сделаете все, что, о чем я вас попросил. Просто наберите 40, там больше 40, короче, просмотров. Инвалиды. Закрыто. Закрыто. Ой. Ой, как он меня в темноте тут увидел. Воу. Бояться над них, а встретить их вот так. То есть, как бы, их-то я как такового не боюсь. Скримак, типа, какой-то. Слышно, как они ходят. Ой-ой. Короче, надо собрать детали. 4 штуки. Это, в принципе, реально, но мне неохота. Давайте на ролике соберем 40 просмотров, хотя бы 5, ну 10 можно лайков, типа. И школа закончилась, и все зависит только от вас, насколько часто теперь будут выходить ролики. У меня, в принципе, готово много уже. Я могу даже сейчас их выложить. Но я не хочу. На них в итоге не будет набираться ни одного просмотра. То есть, например, по хоррору... Как он называется-то? Хоррор-то этот... Play with me поиграть с ним. Вот Play with me. Вот на нем набралось много просмотров. Я такой думаю, может... Там как-то хорошо идет то, что может. Ой, ты здрасте. Думаю, может, хорошо зайдет там вебка вам. А, например, Outlast там вообще никак. Ну, мало просмотров этот. Как он, клоун? Боязнь клоун. Как? Клоунс. Я от него убежал. Неужели? Да, и вот. И... На них вот вообще просмотров как бы нет. Если хотите, можете... Ну, даже не хотите. Давайте все возьмем и дружно поделимся роликом ВКонтакте на своей странице или отправим другу. То есть, вам не сложно, мне приятно, а тем более, что я для вас готовлю кое-что интересное. Чем быстрее вы набираете просмотры, тем это новое быстрее запущено будет на моем канале. Все зависит только от вас. Mm-hmm.
все зависит только от вас. У меня 50 минут еще, в принципе. Эй! Развернулся. О-о-о. Зажать решили. Зажали. Мне надоело. Бегать просто тупо. Да игрушка весит-то, конечно, мало. Воу. Игрушка весит вообще мало. Да я все очки одену. Вот так. Игрушка весит очень-при-очень мало. Из-за этого мне надо... Нет, почему? Вы скажете, типа, все маленькое тебе не нравится. Типа то, что весит мало, то херово. Нет, я так сказать. Оу. А у нас так, да, по такому принципу? Не брать даже можно фонарик. А где скримаки? Я уже без них не усну. Короче, походит мне почему-то этот... Как он называется-то? Привет, сосед. Да, привет, сосед, он, по-моему, называется. У нас получается подъезд это или что? Я не понимаю, такой же дом не может быть огромным с такой плиткой. А тут мы бегали. Привет. Блин, не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сам себя в ловушку загнал. То есть, смотрите, я вот жму, и все, и он светит. Хоть и фонарик лежит вот тут. То есть я его не беру уже. Ой, блин. Да блин, дверь не закрылась. Короче, я предлагаю вам заканчивать. Давайте все вместе поделимся этим роликом на своей странице ВК, отправим другу. Нажмем лайк, напишем комментарий, подпишемся на канал. Ну и это все вроде. Ролик получился совсем недолгий, но только из-за того, что мне вообще неохота теперь ничего выкладывать. Потому... Ну, просмотров нету, и никому, мне кажется, такого не надо будет. Все, давайте. 40 просмотров, и во вторник ждем видос. Называется Krampus is Home игра. То есть можете там скрины посмотреть, у кого-нибудь еще ролики. Ну, она такая уже, наверное, с год точно будет. Она у меня уже лежит, мне остается по ней только записать, и все, ребят. Все, что от вас требуется, набрать просмотры и лайки. От меня запись, монтаж, создание картинки к видео. Короче, полная дичь. Всем спасибо за просмотр. Пока. Все.